милый Гиммлер, мне исполнилось 48. Следовательно, жребий бросим. Шар земной покорить я решил не иначе. Танки, штурмовики и крепкие нервы. Вот залог нашей общей удачи. Но пока это у меня не вылетело из головы, отвечайте мне, шеф полиции, каковы чувства маленького человека к моей великой персоне. Не только здесь, на отеческом лоне, но также у чехов и австрияков. Везде ли восторг одинаков? Дорог ли я этим мелким людишкам? Любят они меня или не слишком? Пойдут ли за мной в огонь и в воду? Как они относятся ко мне, душ их инспектору, государственному мужу, полководцу, оратору и архитектору? Словом, как они на меня взирают? С воодушевлением. Готовы ли они к жертвам и лишениям? Рады ли они каждой жертве тяжкой? Расстанутся ли они с последней рубашкой, которая мне может понадобиться для моих предприятий? Ведь при всей моей гениальности я нуждаюсь в помощи моих скромных собратьев. Воюя, смогу ли я на них опираться? В этом не смею я сомневаться. Хочу надеяться. Однако все же, когда в часы бессонницы я ворочаюсь на своем ложе, занимает меня неотвязней всех прочих вопросов странных. Что говорит обо мне маленький человек в европейских странах? Мой фюрер, он любит вас. На вас все его упования. Европа вас любит, точь-в-точь, как Германия. Маленький человек. Гестапо заботится о его и о вашем покое. Счастье, что есть учреждение такое. Ну и хватит с вас. Не умеете вы много пить. Вот что это? Это приказ. Понятно вам, что это значит. Если вы неблагоразумно перестанете рыпаться, я вас посвящу в одну тайну. Я потому не даю вам больше пива, чтобы вы не выбалтывали ваши тайны, а мне не пришлось бы за это отвечать. Ну, то-то! Это умно рассудили. Лучше и сам я могу вам посоветовать. Кто узнает эту тайну, будет расстрелян. В Мюнхене было покушение на Адольфа. Еще бы только на волосок. И готово. Спекся. Помолчите-ка вы лучше. Вы пьяны. Пьян! Простите, что я ничего не понимаю. О каком, собственно, Адольфе идет речь? Потому что я-то знаю двух Адольфов. Всего двух Адольфов я знаю. Один был приказчиком у аптекаря Пруши. Сейчас он сидит в концлагере, потому что он хотел продавать концентрированную соляную кислоту только чехам. Потом второго я знаю Адольфа Кокошку. Это сборщик собачьего дерьма. Он тоже сейчас сидит в концлагере. Он, говорят, утверждал, что самое лучшее дерьмо у английского бульдога. Мне обоих не жалко. Вам кажется, что-то не нравится? Ну что вы, господин эсэсовец, мне все очень нравится. Получите вашу кружку Пильзенского, теперь уж все равно. Только сидите себе спокойно и не лишайте вашего фюрера его тайн, которых, по правде сказать, никто и знать-то не хочет. Я честная трактирщица, и здесь не место политики. Если кто придет попросит пива, я подам, а остальное меня не касается. Зачем вы мешаете, панян? Пусть себе люди развлекаются, как хотят. А затем, пан Прохазка, что нацисты возьмут, да и прихлопнут мою чашу. Если бы это было покушение на Гитлера, оно бы удалось. Успокойтесь, пан Швейк, вас это меньше всего касается. Нет, а я все-таки думаю, не потому ли это все случилось, что картошки не хватает. Без нее ведь ни туда, ни сюда. А кто виноват? Только порядок, потому что все рационировано, и любой, даже самый паршивый пучок зелени значится в продовольственной карточке. Одним словом, порядок образцовый. Я даже слыхал, что Гитлеру удалось создать такой порядок, который вообще свыше сил человечества. А там, где всего вдоволь, там не бывает порядка. Вот возьмите, к примеру, меня. Если я сейчас продал таксу, то в кармане у меня, значит, и бумажные кроны шуршат, и мелочь звенит, и все это вперемешечку, все это в беспорядке. А вот если я на мели, и если у меня, может быть, одна крона или один медяк, то откуда же здесь взяться беспорядки? В Италии, после того, как к власти пришел Муссолини, поезда стали ходить точно по расписанию. На него было уже не то 7, не то 8 покушений. Пейте свое пиво и прекратите ваш собачий бред. Ведь случись что-нибудь неладное, нам всем придется из-за вас кашу расхлебывать. Одного я только не понимаю, почему это ты, вот, Балоун, при этом известии нос повесил? Вы, между прочим, во всей Праге не найдете второго такого чудака. Вам, конечно, легко говорить, что во время войны с продуктами бывает туго. А я вот со всеми моими продкарточками, 200 граммами мясом, неделю с прошлогоднего сочельника еще ни разу не пообедал как следует. Этим-то и горе мало. Посмотрите, какие они упитаны. Мне надо его кое о чем расспросить. Сосед, разрешите только узнать, что вы кушали в обед и от чего у вас такая жажда? Наверное, что-нибудь сильно поперченное или гуляши, а? Вас это не касается. Это военная тайна. Рубленый шницель. И, наверное, со свежими овощами. Я не хочу, чтобы вы разглашали вашу тайну, но надеюсь, что они были мелко нашинкованы. Ведь в этом весь секрет. Идите, пожалуйста, Балоуна подальше от этого эсэсовца. Вчера он весь вечер ввязывался в разговор с господином Бретшнайдером из Гестапо и так долго расспрашивал его о продовольственных рационах германской армии, что его чуть было не арестовали как шпиона. Ничего не могу поделать с этим, пани Копецкая. Чревоугодие — его неодолимый порог. Правда, что чешские добровольцы, которых немцы отправляют на Восточный фронт, получают такое же удовольствие, как и немецкие солдаты? Или это ложный слух? Не приставайте вы к этому господину, ведь он же не на службе. И вообще, постыдились бы вы как чех задавать ему подобные вопросы. Что вы, пани Копецкая, мне в мыслях не было ничего особенного, иначе бы я его не стал так просто спрашивать. Я ведь знаю ваши убеждения. У меня нет никаких убеждений, у меня есть трактир. Я хочу, чтобы посетители соблюдали хотя бы элементарные приличия, а вы уж бог знает, до чего дошли, пан Балоун. Вы хотели вступить в легион? Что, я просто так спросил. Нет, если нас это интересует, я вас провожу на вербовочный пункт. Удовольствие будет иметь самое первоклассное, ведь Украина скоро станет жительницей Третьей Империи, Когда мы стояли в Голландии, я послал домой посылок столько, что даже кое-что перепадало моей тетке, которую я вообще не выношу. Хатлер! Выпейте вашу сливовицу, это вас успокоит. Мне прямо руки чешутся вышвырнуть вас отсюда. Чести и достоинства у вас нет ни на копейку, а все из-за вашего чрезмерного обжорства. Неужели вы не слыхали песню, которую сейчас везде поют? Так я вам сейчас ее спою. А чтоб получила солдата жена, из Праги столицы была. Что получила солдата жена, из Праги столицы была. Прекрасные туфли прислал ей супруг, волшебная кожа, точёный каблук. Вот что получила солдата жена, из Праги столицы былой. А что получила солдата жена, из Парижа, где ночью огни? Что получила солдата жена, из Парижа, где ночью огни? Шикарное платье прислал ей солдат, пусть жадно соседские глаза округлят. Вот что получила солдата жена, наряд из Парижа, взгляни. А что получила солдата жена, из дальней российской земли? Что получила солдата жена, из дальней российской земли? Пришла из России к ней вдовья вуаль, к ней траур пришел и пришла к ней печаль. Вот что получила солдата жена, из дальней российской земли. Прекрасная песня. Эта песня тебе ясно доказывает, что нужно 7 раз обдумать, прежде чем совершить необдуманное. Ты только не вздумай из-за больших рационов отправиться вместе с Гитлером в Россию. Ты там замерзнешь и околеешь, болван. Боже, до чего доведет меня мое обжорство? Нет, со мной нужно что-то делать, иначе я пропал. Это же позор, ведь вы же взрослый человек. Взрослый, но слабый. Моя прожорливость не с этой войны началась. Это застарелая болезнь. Не попробовать ли вам помочь? Стоит мне услышать, как вы поете, как я становлюсь сам не свой. Почему? Любовь. Откуда вы знаете, что это любовь, а не какая-нибудь случайная блажь? Знаю, вы у меня вчера целый день из головы не выходили. Я даже завернул одной покупательнице вместо шницеля ее же собственную сумку, за что получил нагоняя от отца. А нынче утром у меня голова болит. Это любовь. А много ли у вас этой самой любви? Я что-то вас не понимаю. Меня интересует, намного ли хватит у вас этой самой любви. Может быть, на 1 раз высморкаться и все? Анна, не терзайте мое сердце такими злыми упреками. Моей любви хватит на все, лишь бы вы только ответили на нее взаимностью. А этого как раз и нет. Меня интересует, хватит ли ее, например, на 2 фунта вырезки. Ну, как вы можете в такой момент говорить о таких грубых материальных вещах? Вот видите, для вас этого уже слишком много. Я что-то вас опять не понимаю. Вы это серьезно говорите? Совершенно серьезно. Когда вам нужны эти 2 фунта вырезки? Завтра? Не слишком ли опрометчиво ваше обещание? Значит, вы хотите вынести 2 фунта вырезки из лавки вашего отца без разрешения мясного талона. А сейчас это считается нарушением закона, и за это дело положен расстрел, если только все это всплывет. Неужели вы думаете, что я не пошел бы на расстрел ради вас, если бы знал, что этим могу хоть чего-нибудь от вас добиться? Ну, конечно. Именно вот таким ты и должен быть влюбленный, по моему мнению. Ведь Как Ромео, или вот как у нас в Пильзене, один молодой человек повесился в сарае из-за вдовы, можно сказать, уже далеко не первой молодости, исключительно из-за того, что в беседе с ним она как-то обронила, что он не готов сделать ради нее ни малейшего пустячка. Я скажу, это не каждый день приходится слышать женщине, пан Прохазка. Пани Копецкая, завтра в полдень не поздно? А в Берине один тип, он был отец семейства, взрезал себе вены в нужнике, потому что знакомая кельнерша лучше обошлась с другим гостем. Я бы не хотела, чтобы это вам повредило, пан Прохазка, но ведь это для доброго дела, не для меня самой. Вы же сами слышали, что Балоун должен получить настоящий мясной обед, иначе его одолеют скверные мысли. Все решено. Вы обязательно приготовите жаркое, пусть я даже околею из-за этого. А еще через пару дней двое бросились в Влтаву с Карлова моста из одной особы. Но тут уже были замешаны деньги, потому что она, как я слыхал, была весьма зажиточная дама. Приходите завтра в полдень, пан Балоун. Я ничего вам не обещаю, но, кажется мне, вы получите свое жаркое. Если бы я только один единственный разочек получил жаркое, все бы скверные мысли вылетели бы у меня из головы. Но я не стану преждевременно радоваться, для этого я слишком много претерпел в жизни. Между прочим, он все забудет, когда проснется, он уже в стельку пьян. Да здравствует Бенеш! Вот, это тебе ясно доказывает Балоун, что он уже без сознания, иначе он бы меня в землю втоптал. Так они здесь всего боятся. Кто всего боится? Так кто же всего боится? Эсэсовцы. Присаживайтесь к нам, господин Бретшнайдер. Пани Копецкая, пиво для господина Бретшнайдера нынче что-то жарковато. Боятся проявить невнимательность, господин Бретшнайдер, и пропустить мимо ушей высказывания, содержащие в себе зародыш государственного преступления или еще чего. Откуда мне знать? Но, может быть, вы хотите спокойно читать вашу газету, я отвлекаю вас. А мне никто не помешает, если то, что он говорит, интересует меня. Вы сегодня прекрасно выглядите, пани Копецкая, совсем как майские лампы. Скажите, лучше июньские. Я бы на вашем месте не разрешил бы ему таких вольностей в разговоре с вами. Это экстренный выпуск. На фюрера было произведено покушение в мюнхенском ресторане. Что вы на это скажете? И долго он еще мучился? Он остался невредим. Бомба поздно взорвалась. А, вот, вероятно, какая-нибудь дешевая. Продукт современного массового производства. А вы еще удивляетесь, господин Бретшнайдер, что качество не то. Ну почему, вот спрашивается, такой предмет не был изготовлен любовно, как прежде бывало, при ручном производстве? Что сказать, я не прав, да? А вот то, что они для такого случая, как покушение на самого Гитлера, не могли подобрать самые лучшие бомбы, это просто еще халатность с их стороны. Вот у нас в Чешском Крумлове один мясник решил однажды... Если фюрер был почти убит, это вы называете халатностью? Почти – это обманчивое слово, господин Бретшнайдер. Еще в 1938 году, когда наши милые друзья продали нас в Мюнхене, мы уже почти было вступили в войну, но только почти, вот и остались на бабах. Еще в Первую мировую войну Австрия почти победила Сербию, а Германия почти победила Францию. Нет, у меня такое мнение, господин Бретшнайдер, что на почти далеко не уедешь. Продолжайте, продолжайте, очень любопытно. У вас интересные посетители, пани Копецкая, такие политически развитые. Посетители как посетители. Мы, трактирщики, стоим вне политики. Ты только уплати за свое пиво, а там сиди себе и болтай, чего хочешь. Но вы, пан Швейк, за свои две кружки уж слишком много наболтали. Мне кажется, что если бы фюрер был убит, вы не сочли бы это большой потерей для протектората. Вообще-то вы, конечно, правы. Потери это было бы. Я вам больше даже скажу, господин Бретшнайдер, это было бы огромной потерей. Потому что мы не можем заменить Гитлера первым попавшимся идиотом. Но справедливости ради, я должен вам заметить, что многие его ругают. Впрочем, это меня не удивляет. Что вы этим хотите? Я именно, вот именно, как писал однажды редактор газеты «Политика», великие мужи не в чести у простого народа. Понимаете, он их не понимает. Он вообще считает, что они для него слишком дорогое удовольствие. Понимаете, ему они вообще кажутся лишними. Ну, больше вам скажу, господин Бретшнайдер, маленький человек вообще плевать хотел на великую эпоху. А для такого великого мужа, как Гитлер, простой народ, это все равно, что гиря на ногах. Ну, что ему народ? Это все равно, вот как вы бы, господин Бретшнайдер, подали бы на ужин Балоуну с его аппетитом всего-навсего одну единственную охотничью сосиску. Ну, что ему народ? Ну, так, тьфу, господин, плюнуть и растереть. Вы что же, может быть, считаете, что немецкий народ ворчит, болтает, а не стоит как один человек за фюрера? Я прошу вас, господа, перемените тему, полно вам. Мы так живем в такое тревожное время. Как ни странно, но факт. Немецкий народ стоит за фюрера, господин Бретшнайдер. Как воскликнул тут на днях рейхсмаршал Геринг, фюрера мы не можем сразу понять. Он слишком велик. А кому же это знать, как не Герингу? И все же поразительно, каких только палок в колеса они не вставляют фюреру, когда его озаряет великая идея. Я слыхал, что прошлой осенью Гитлер задумал построить здание протяженностью от Лейпцига до Дрездена. Это такой огромный, огромный храм в память о Германии, когда она погибнет в соответствии с другим его великим планом, который он уже тоже разработал во всех деталях. А господа в министерствах начали качать головами, потому что у них ни на грош нет вкуса к непостижимому, которое только гений может придумать, когда ему делать нечего. А простой человек и того еще хуже. Когда ему сказано, что он должен умереть за что-нибудь великое, так это ему, изволите видеть, не подходит. Он начинает морщиться, ковырять ложкой в похлебке и привередничать. Это, конечно, не может, ну просто не возмущать фюрера, который прямо из кожи вон лезет, чтобы придумать для них что-нибудь грандиозное и из ряда вон выходящее или хотя бы покорение мира. Хоть вот вы тресните, господин Бретшнайдер, а больше, чем весь мир, покорить нельзя. Даже здесь есть свои пределы. Делай, как, впрочем, и во всем. Так вы, значит, утверждаете, что фюрер хочет покорить мир, а не то, что он защищает Германию от иудейских козней и плутократов? Напрасно вы меня так понимаете, господин Бретшнайдер. При этом у фюрера ничего и в мыслях нет дурного. Покорять мир для него столь же естественное дело, как для вас, например, пить пиво. В общем, горе коварным британцам. Больше мне нечего сказать. И не требуется. Следуйте за мной в Гестапо. Там мы вам кое-что разъясним. Помилуйте, господин Бретшнайдер, пан Швейк говорил такие невинные вещи. Не ввергайте вы его в несчастье. Извините, пани Копецкая, но я не виноват, и здесь я ни при чем, что меня арестовывают. С меня причитаются за пару пива и стопку сливовицы. Господин Бретшнайдер, я выйду в дверь впереди вас. Знаете почему? Чтобы вам было удобнее меня охранять. Они его могут расстрелять. Выпейте рюмку, сливаются, пан Прохазка, а то вы трясетесь, как осиновый лист. Уж больно проворно они действуют. Тут и опомниться не успеешь, как тебе уже крышка. Себя ты на поруке теленок отдаешь, заботливые руки тому, кто точит нож. Отныне он имеет власть над твоей судьбой, но весь он умеет разделаться собой. Тебе теленок жалкий, высокий жребитан, поверь тому, кто палкой колотит барабан. Учи ему с прочтения ключи твоей судьбе, конец своим мучениям и заодно тебе. Великаном тебя сведет селом, чтобы к великим планам Ферзена ты помог. Этот самый трактир у чаши, видимо, уютное гнездышко для подрывных элементов, не так ли? Никак нет, господин шарфюрер. Хозяйка заведения, госпожа Копецкая, на редкость порядочная женщина. Политикой она не занимается. Швейк среди завсегдатаев. Опасное исключение, я с некоторых пор взял его на заметку. Опергруппа. Банкир Прушка не желает давать никаких показаний о покушении. Он даже не читал о нем в газетах, его взяли еще накануне. Это что? Что это? Директор коммерческого банка? Тогда 10 ударов по заднице. Так, значит, вот ты таков, а? Так точно, господин шофер. Сперва я задам тебе один вопросец. Если ты, свинья, на него не ответишь, то Мюллер сведет тебя в подвал на предмет перевоспитания. Ясно? Ну, в общем, вопрос таков. Ты склонен к поносу или к запору? Вопрос сложный, господин шофер. Даю прямой ответ. Я готов испражняться согласно вашим указаниям. Пристойный ответ. Да, но ты сделал заявление, угрожающее Германской империи. Ты назвал оборонительную войну, которую ведет фюрер, завоевательной. Ты критиковал систему распределения продуктов и т.д. и т.п. Признаешь все, что здесь написано о твоих высказываниях? Если вы, ваше высокоблагородие, хотите, чтобы я подтвердил, я подтвержу. Мне это не повредит. Ну вот если вы мне скажете, вы вот так мне скажете, Швейк, Швейк, ни в коем случае ничего не подтверждайте, я буду изворачиваться, пока меня не разрежут на куски. Наткнуть гладку вести! Да здравствует наш фюрер, Адольф Гитлер! Мы выиграем войну! Ты что, спятил? Осмелюсь доложить, господин шарфюрер, именно так. Понимаете, ну ничем не могу себе помочь, потому что меня еще, когда я в армии служил, освободили ввиду ненормальности. Специальная военно-врачебная комиссия официально объявила меня идиотом. Так. Бретшнайдер, вам не кажется, что этот субъект не в себе? Господин шарфюрер, да. Высказывания Швейка в трактире не были похожи на высказывания кретина. Вы знаете, эти субъекты преподносят всяческие подлости в такой форме, что ему ничего нельзя вменить в вину. Да, и вы думаете, все, что он здесь наговорил, высказано человеком, владеющим всеми своими 5 чувствами, да? Господин Буллингер, я и теперь придерживаюсь такого же мнения. Если вы по каким-либо соображениям не хотите взять его, я готов забрать его обратно. Только ведь и у нас, агентов, время не краденое. Вы знаете, Бретшнайдер, мне почему-то кажется, что вы вонючка. Господин шарфюрер, я не хотел бы выслушивать ничего подобного по своему адресу. А мне хочется, что вы в этом признались, и вам станет легче. Ну, согласитесь, согласитесь, что вы вонючка. Не знаю, почему у вас сложился такой взгляд на мою персону, господин Буллингер. Я честный служак, я выполняю свой долг скрупулезнейшим образом. Опергруппа, банкир Прушка только что предложил взять вашего брата компаньоном в коммерческий банк. Однако продолжает утверждать, что ни о чем не высказывался. Еще 10 ударов по заднице, мне нужны высказывания. Видите ли, чего я от вас требую? Если вы в этом признаетесь, то ваша совесть, ваша честь никакого урона не потерпит. Ну, это чисто личное свойство. Вы мараете кальсоны, но почему в этом не признаться? Конечно, ну, ты, скажи. Да я вообще, вот я стою, господин шофер, и думаю, мне вообще-то не очень хотелось вмешиваться в беседу обоих господ, да, понимаете? Но, с другой стороны, я вас вот лично очень хорошо понимаю. Да. Вы знаете, господин Бретшнайдер как-то очень болезненно, что ли, это относится к вашим замечаниям. Но его можно понять, ведь он такая отличная собака, ищейка, и, можно сказать, не заслужил такого обращения. Понимаете? Так, значит, ты тоже предаешь меня, ты свинья. Послушайте, Бретшнайдер, я еще заставлю согласиться вас, что вы вонючка, но сейчас у меня просто нет никакого времени для личных дел, у меня еще 97 случаев. Гоните в шею, идиоты, и в следующий раз доставьте мне что-нибудь получше. Да благословит вас Бог, господин шарфюрер, 1000 раз. А если вдруг вы захотите иметь песика, сразу обращайтесь ко мне. У меня еще ко всему небольшая торговля собачками. Концлагерь. Стоп! Оставьте меня с ним наедине. Опергруппа! Гестапо банкир Прушка подтвердил свои высказывания. Он говорил, что равнодушно относится к покушению, но не заявлял, что покушение его радует, не говорил, что фюрер шут гороховый, а только что и фюрер тоже человек. Еще пяток, пока он не станет его радовать, пока он не скажет, что фюрер кровавый шут. Знаешь, что в концлагере мы тебя раскромсаем по суставчикам, если ты вздумаешь с нами шутки шутить, ты рвань. Ну, конечно, знаю, господин Шарфюр, расстреляют и до 4 сосчитать не успеешь. Так, значит, ты собачник. Вот сегодня на прогулке я встретил чистокровного шпица. Узнаешь? Ну, конечно, он самый. Осмелюсь доложить, господин Шарфюрер, эту тварь я знаю по долгу службы. Многие уже пытались заполучить этого шпица. Понимаете, у него на правом ушке черненькое пятнышко. Принадлежит министерскому советнику Войте. Советник бережет его как зеницу ока. Песик жрет только тогда, когда его на коленках об этом попросят, и исключительно телятину. Из этого я сделал заключение, что песик чистой расы. Ну, хватит болтать о расе, породе, одним словом, я хочу получить шпицу. А, невозможно, господин Шарфюрер, ну никак нельзя. Понимаете, министерский советник Войта ни в коем случае не продаст песика, а отнять его у него попросту так, без затей, нельзя, потому что его на днях произвели варийцы. У него солидная белокурая борода, правда, чуточку растрепанная, но, в общем, на шпице придется поставить крест. Так, я вижу, ты не хочешь мне организовать шпица. Ты саботажник. Осмелюсь доложить, господин Шарфюрер, собачку я вам жажду организовать. Существуют, понимаете, определенные системы увода. Вот если мы имеем балонку или фокстерьера крысолова, то их крадут, обрезая в толчье поводов. Злого пятнистого немецкого дога привлекают на жареную конскую колбасу. Хочу обратить ваше внимание, господин Шарфюрер, на то, что существуют собаки изнеженные, избалованные, как архиепископ. Вот на днях мне пришлось иметь дело с одним пинчером, который не хотел у меня брать ни перца, ни соли, ни колбасы, которые я для него приготовил. Пришлось мне купить для него свиные отбивные котлеты. Господин Шарфюрер, хочу задать вам вопрос. Что вы скажете, если у вас спросят, откуда у вас шпиц, когда увидит пятнышко на левом ушке? Не думаю, чтобы у меня стали спрашивать, откуда у меня шпиц. Да, тут вы, пожалуй, правы. Да, тут он прав. Он прав. Действительно, такая любознательность к добру не приведет. Мне кажется, ты выкинул шутку с этим самым свидетельством об идиотизме. Ты преступный тип. Но я готов посмотреть на это сквозь пальцы. Во-первых, потому что ты достанешь для моей жены собачку, а во-вторых, Бретшнайдер, вонючка. Впредь до особых распоряжений освободить. Ваше высокоблагородие, господин Шарфюрер, прежде чем я окончательно уйду, мне бы хотелось замолвить одно словечко за одного господина. Понимаете, он там ждет среди арестованных. Ваше высокоблагородие, господин Шарфюрер, не надо его сажать вместе с прочими. Понимаете, ему это неприятно. Он боится, понимаете, что могут подумать, что он сидит на одной скамье вместе с нами, с политическими. А вот-то находится здесь из-за пустячка, из-за мокрого дела. Он ограбил и убил одного мужичка из Голлиц, понимаете? Вон отсюда! Добрым утречком. Как полез мала, нам Гитлер сам тобою, страшно с его метла, над старою трубкою. Он выгреб всю залу, он выкрасил наш дом, за Гитлера хвалу Всевышнему споем. Молодцы гол, давно не видел хлеба. Тут Гитлер к нам пришел, спустился прямо с неба. Когда б он нас не спас, то были б уж мертвы. Он накормил всех нас охапкою травы. за 10 минут первого, а молодого Прохазки все нет и нет, я так и знал. Дайте ему срок. Самые скорые не всегда самые лучшие. Надо выбрать золотую середину. Ни поспешности, ни излишней потери времени. Не интересуются ли господа почтовыми открытками? Я служу у фотографов, и мы поставляем нескромные открытки, виды немецких городов. Немецкими городами не интересуются. Тогда вам понравится наша серия. О! Это я возьму жуткий вид! Груда развалин, кратер да и только, полкроны, а? Только показывайте их осторожно, потому что бывали случаи, когда людей, которых показывали, задерживали полицейские патрули. Они-то думали, что это клубничка, и жаждали ее конфисковать. О, вот очень удачная подпись. Гитлер – величайший архитектор всех времен и народов, а над ней Бремен в виде кучи щебня. Одному унтеру я сбыл целых 2 дюжины. Он ухмылялся, когда их рассматривал. Вот что мне понравилось. Поднявший меч от меча и погибнет. Пан Швейк! А вот и я. С добрым утречком. С добрым утречком. Я думал, ты вернешься через несколько лет, но людям свойственно ошибаться. Этот господин Бретшнайдер очень настырный человек. Недели 2 тому назад тебя еще не было здесь. Он увел отсюда обойщика из Кривого переулка, и тот так и не вернулся. Ага. Как видно, неопытный человек не пожелал им покориться. Нет, ты не беспокойся, Балоун. Теперь господин Бретшнайдер поостережется неверно понимать меня. У меня появилась сильная рука. Вы тот, кого они вчера увели отсюда? Тот самый. В такие времена нужно уметь покоряться. Я имел дело с эсэсовцами, и мне пришлось у них в гестапо выложить все на чистоту. Хотелось мне этого или нет, но я тут же признался, что желаю нашему фюреру долгих лет жизни. Это все достигается практикой. У меня есть тебе одно дельце. Я буду сотрудничать с немцами по части одной собачки, ты мне для этого будешь нужен. Я нисколько не расположен этим заниматься. Почему это ты не расположен? И тебе кое-что перепадет, зашибешь красненькую, купишь на черном рынке мясо. Молодой Прохазка не придет. Опять картофельное пюре. Не черт возьми, я этого не переживу. Слушай, Балоун, неужели ты раз в жизни не можешь взять себя в руки и подумать о чести Родины? Не могу. Ты видишь перед собой только хорошо зажаренную ножку или филе с капусткой, а может быть с огурчиком. Ты только подумай, вот хоть раз в жизни подумай, какой это будет стыд, если ты пойдешь духом. Знаете, я, кажется, все-таки паду. По-моему, лучше капуста, чем огурчик. Ну, раскройте ваш портфельчик, пан Прохазка, а то пан Балоун может не выдержать. Да-да, давайте сюда, пан Прохазка. Как это мило с вашей стороны, что вы принесли обещанное. У меня ничего нет. Когда я увидел, как они уводят пана Швейка, у меня словно ошеломило. Всю ночь эта сцена стояла у меня перед глазами. Ничего нет? Нет, ничего нет. Добрый день, пан Швейк. Очень рад, что вы вернулись. Простите, пани Копецкая, что я смущаю вас в присутствии господ, у меня просто не хватило духу. Скажите хоть что-нибудь, все лучше, чем это молчание. Так вы ничего не принесли? Ничего нет. Но я же не обещал, наверное. Не говорите ничего больше. Я теперь вас понимаю. Вы не выдержали испытаний ни как чех, ни как мужчина. Убирайтесь отсюда, трусы, чтобы вашей ноги больше здесь не было. Лучшего я не заслужил. Кстати, о хиромантии. Парикмахер Криш из Мнишка. Вы знаете Мнишек? Да. Так вот. Во время престольного праздника этот парикмахер Криш предсказывал будущее по линиям руки, а на вырученные деньги накачался до ума помрачения. Этот Прохазка преступный тип. Не болтайте глупостей. Преступники – это нацисты, которые мучают людей и издеваются над ними до тех пор, пока те не теряют лучшие свойства человеческой натуры. А Рудольф Прохазка просто слабый человек. Уже то хорошо, что мы здесь и живы пока. Между прочим, столько сил приходится тратить на то, чтобы выжить и пережить, что больше уж ни на что не остается. О, Добрый день, господин Бретшнайдер. Не хотите ли певца? Я теперь сотрудничаю с эсэсовцами, думаю, что это мне не повредит. Вон! Простите, что вы сказали? Он сказал «вон». Это, знаете ли, господин Бретшнайдер, припев к одной нашей народной песенке, которую мы, к сожалению, успели изрядно позабыть. Речь в ней идет о приготовлении бурака. Знаете, неподалеку от Мнишка растет такой бурак, большой, черный. Это знаменитый бурак, господин Бретшнайдер. Мне бы хотелось, чтобы вы послушали эту песенку. Она вас взбодрит. Итак, о черном бураке. Бурак большой и черный растет среди двора. Скажи ему учтиво, воспитывать вон пора. Но голыми руками нельзя хватать ботву. Бурак тебе заметит. Я, брат, в дерьме живу. Растет бурак у дома, с собою упоем. Его мы крепко дернем, его мы вырвем с корнем. Вон бурачина, вон бурачина, вон! Бурак не стоит пищу, цена ему пята. Нельзя немытым в пищу употреблять бурак. На мелкие кусочки разрежь его скорей. А после постным маслом старательно полей. Посыпь кусочки солью, чтоб ощутил он боль. Тоска беднягу гложет, бурак спастись не может. Давайте сыпать, давайте сыпать соль. Уже четвертый год продолжается мой без 5 минут победоносный поход. Война расширяется. Стою на развалин груди я. Необходимы мне новые танки, бомбардировщики и орудия. Следовательно, если иным бездельникам потеть неохота, скрутить в бараний рог. Пусть работают на мою войну до кровавого пота. Позвольте заострить ваше внимание на вопросе неком. Как обстоят в Европе дела с маленьким человеком? Станет ли он работать на войну? Не устроит ли мне какого подвоха? Мой фюрер, само собой разумеется, что наша эпоха заставляет маленького человека в Европе прилагать такие же старания, какие прилагают маленькие люди в самой Германии. Моему управлению военизированной рабочей силы не страшна никакая помеха. Да, именно в этом залог успеха. Балоун, даю тебе объяснение. Министерский советник Войта дурно обращается со своей прислугой. Это у него уже третий по счету и уже собирается уходить, как я слыхал. Потому как соседи ее допекают, что она имеет дело с хозяином, который типичный квислинговец. Поэтому я сделал заключение, что она не очень будет грустить, если вернется домой без песика. Продолжаем наблюдение. Она. Давай садись на скамейку, ведь она же не сядет там, где никого нет. Разве я не должен держать конскую колбасу? Ага, это чтоб ты ее тут же слопал. Давай садись без разговоров, Балоун. Барышня! Простите, барышня, как пройти на улицу Палацкого? Идите через Карлову площадь, а потом по Водяному переулку. Пойдем отсюда, Анна. Простите, барышня, но я ведь не знаю, где находится эта самая площадь. Я ведь не здешний. Я тоже не здешний. Пойдем, Катя. Эх, девушки, это же действительно очень приятно, что вы не здешние. Хотя, между прочим, я не сразу заметил, что вы не из городских. Такая уж вы милая штучка. И вы тоже. И такой у вас милый песик. Откуда же вы? Я из Противина. Тогда мы с вами почти что земляки. Я ведь из Будейовец. Вы знакомы с таким мясником Пихаром, который живет в Будейовицах на Кольцевой? Еще бы! Это мой двоюродный брат. Все его у нас очень любят. Он очень симпатичный. Мясо у него всегда свежее, и он всем охотно дает довески. Так оно и есть. Эх, барышни, ну это такое везение, когда вот так земляки встречаются на чужбине, правда? Нам же есть о чем поговорить. Давайте сядем, посидим, порасскажем друг другу о Будейовицах. Вон, я вижу, чудеснейшая скамеечка с прекрасным видом на речку. Это у нас Влтава. Неужели? Для меня это новость. Там уже кто-то сидит. А это один пан, он наслаждается чудесным видом. Барышня, хочу дать вам один совет. Внимательно следите за вашим песиком. Потому что, знаете... Почему это? А я сейчас вам объясню. Немцы страшно любят собак. Не хочу говорить ничего дурного, особенно эсэсовцы. Вы и глазом не успеете моргнуть, песика уведут. Я это знаю, потому что я на днях беседовал с шарфюрером по фамилии Буллингер. Так он мне признался, что тоже хочет иметь шпица для своей супруги. Она у него в Кёльне живет. Значит, вы запросто разговариваете с шарфюрером и прочими типами такого же рода, да? Анна? Знаешь что, пойдем, с меня хватит. Я беседовал с шарфюрером, когда сидел у них в Гестапо. Меня взяли за высказывание, угрожающее безопасности всей Третьей Империи. Это правда? Ну тогда я беру свои слова обратно. Анна, у нас еще есть немножечко времени. Так о чем же вы беседовали с шарфюрером? Да, подожди. Да, подожди. Прекрасный вид. Не правда ли, пан сосед? Ничего себе, пан сосед. Я говорю, фотографу такой вид мог бы пригодиться. Я фотограф. Он фотограф. Мы снимаем немцев, эсэсовцев главным образом. Они потом карточки домой посылают на всякий случай. Если сами не вернутся, то хоть память останется. То, что вы рассказываете, страшно интересно. Интересно рассказывает. Да. Подожди. Влтава, вот. Влтава, да, Влтава. Подожди. Знаете... Время сейчас военное. Тут в кустах у нас много безнравственности творится. Особенно в мае. До Дня всех святых на свежем воздухе. А что ж в закрытых помещениях так-таки ничего и не происходит? Случается и немало. И кино тоже. Да, ну, настало время поговорить о песнях. Да, подожди. Вы знаете песню «Генрих спал со своей новобрачной»? Это вы о той песне, в которой поется с милой девой с Рейнских берегов? Да, ну, да. Вот, подожди. А вам уже что-то попало в глаз. Не трите вы, ради бога. Барышня, у него там что-то с глазом. Посмотрите, пожалуйста, может быть, удастся вытащить. Лучше всего кончиком носового платочка. Вы не подержите собачку? С большим удовольствием. А в Праге нужно быть очень осторожным, здесь только копоти. Пан, видно, что это очень торопится. Эх, барышни, я бы сейчас с большим удовольствием спел бы с вами про Генриха, который спал со своей новобрачной, но, увы, вынужден спешить на улицу Палацкого по делу. Так что с добрым утречком. Нет, тут ничего нет. О, спасибо, у меня уже все прошло. А что это за песня такая? Ага. Может быть, вы хотите, чтобы мы вам ее спели, прежде чем уйти отсюда? О, да. Люксик, сиди спокойно. Ух, глаза бы мои не видели ни тебя, ни твоего хозяина. Мы начинаем. Хозяина дела с немцами. Мы начинаем. О, пожалуйста. Чудесно спели. Ну, а теперь мы пойдем. До свидания. Люксик! Ой, да где же собачка? Господи! Господи! Господи, она от меня никогда не убегала. Что теперь скажет пан? Мне не держите завидую. Вы просто позвоните немцам. Они ведь его друзья только всего. Не волнуйтесь. Вы тут ни при чем. Это просто наш сосед плохо ее привязал. Я видел, как мелькнула тень, пока вы пели. А, ну тогда скорее побежим, Аня, в полицию, в бюро пропаж. Пойдем. Приходите. Приходите как-нибудь вечерком в трактир у чаши Гусева 7. О, пес, достойный квислинговца. Представляешь, Балоун кусается тогда, когда на него не смотришь. По дороге устраивал мне чудовищные номера. Пойдем. Ну, разве он побежал за конской колбасой, а я думал, он только телятину жрет. Да, телятину воевать, не мед лизать. Голод не тетка, к породистым собакам это тоже относится. Но я отдам его Буллингеру только после того, как этот тип выложит все деньги на бочку. Не быть же коллаборационистом бесплатно. Господа, вы здесь на прогулке, не так ли? Ну да, вам какое дело? Предъявите, пожалуйста, ваши документы. У меня их нет при себе, а у тебя? Мы же ничего не сделали. Я задерживаю вас не из-за того, что вы что-либо сделали, а потому что у меня создалось впечатление, что вы ничего не делаете. Я из управления добровольной рабочей силы. Чем вы, собственно, занимаетесь? У него небольшое предприятие по собачьей части. А если патент, подтверждающий, что это предприятие имеет военное значение? Ваше высокоблагородие, чего нет, того нет. Но понимаете, тем не менее, для войны мое дело очень важное, потому что я заметил, что люди иногда и в трудные дни хотят заиметь собачку, завести, чтобы, знаете, когда в тяжелое время, ну, приятно, когда на тебя смотрят добрые, преданные собачьи глаза. Во время бомбежки тем более. Они говорят, наяву ли это все творится? Верно я говорю? Шпиц. Думается, мне будет лучше взять вас с собой в бюро. Я дам вам добрый совет. Бросьте болтать глупости. Но мы же изловили собаку по приказу свыше. Скажите ему об этом. Да не стоит, этот господин тоже действует по приказу свыше. Значит, вы по профессии ловец человеков? Угу. Обеденный перерыв. Обеденный перерыв. Куда же запропастилась пани Копецкая с обедом? Надеюсь, с ней ничего не стряслось. Когда вас спросят, который из вагонов пойдет в Нижнюю Баварию, запомните, вагон номер 4268. Слыхал, Балоун? У немцев все зиждется на организации. Такой организации, как у немцев, свет не видывал. Между прочим, они даже на папу Римского уже завели досье. И там все записано, что он когда-либо где-нибудь о них говорил. Так что мы папу Римского можем уже считать погибшим. Это еще наше счастье, Балоун, что нас здесь охраняет сильно вооруженная стража. И уж она-то проследит, чтобы мы не занялись саботажем и из-за этого не угодили под расстрел. О-о-о! С добрым утречком, пани Копецкая! Что у вас тут? Картофельные сардельки и морковные котлеты. Да не лопайте вы с таким остервенением, пан Балоун, наживете себе язву желудка. Только не от картошки, разве только что от каплунов. Новый день пишет сегодня, что исчезновение собаки министерского советника Войта является актом агрессии по отношению к дружественному Германии чиновнику. Сейчас везде идут обыски, хотят выжечь это гнездо мятежных элементов. Собаку нужно немедленно убрать из чаши, пан Швейк. Тут, пани Копецкая, вышла небольшая неувязочка. Я только... сегодня отправил господину Буллингеру заказное письмо, в котором я требую 200 крон наличными на бочку и никаких поблажек. Вы же играете своей жизнью, пан Швейк, когда пишете подобные письма. Не думаю. Господин Буллингер грандиознейшая свинья. Но он поймет, что дела остаются делами. Только посмотрите на этого идиота. Нет, я его уведу отсюда. Стоять! Возьмите себя в руки, пан Балоун. У них гуляш. Я ухожу. Я только одним глазком взглянул. Простите, господин солдат. У вас в армии все такие большие порции, и ваши порции очень солидные. Или только в наряд, чтобы вы лучше нас охраняли, не то мы убежим. Можно мне нюхнуть хоть разочек? Ну что ты, Балоун, ну что ты пристаешь к человеку? Разве ты не видишь, что господин солдат старается вызубрить наизусть номер вагона? Иначе в Нижнюю Баварию пойдет совсем другой вагон. Одобряю, господин солдат, одобряю, что вы стараетесь это дело вызубрить наизусть. Это правильно. Сейчас уже же не пишут места назначения на вагонах, потому что саботажники насобачились стирать надписи и мелом малевать свои ложные адреса. Так что нужно номер знать наизусть. Ну вот, что я вам скажу. Не надо вам полчаса шевелить губами, понимаете? А я вам просто объясню, как это делается. Это очень просто. На примере вашего номера. Я возьму... 4268, правильно, так? Ну вот слушайте меня теперь внимательно. Значит, мы имеем 4268. Обращаем внимание на то, что впереди стоит четверка, а потом двойка, правильно? Значит, мы уже имеем с вами число 42. Так, и теперь анализируем, что такое четверка. Это 2 умноженное на 2. А что такое двойка? Это 4 деленное на 2. А если 4 умножить на 2, то получим 8. А 8 стоит в конце числа 4268. И теперь остается только запомнить шестерку, которая стоит в середине, правильно? И все получается. Ну, можно не останавливаться на достигнутом, а все это дело вычислить по месячному методу. Их в году дюжина. Ты со мной согласен? Месяцев, правильно? Значит, берем число 84. Откуда мы его берем? Прямо из потолка. Отнимаем от 84 12. Получаем 72. Не останавливаемся на достигнутом. И от 72 отнимаем еще 12. Получаем 60. Обращаем теперь внимание, что такое 60? Это 6 и 0. Безжалостно вычеркиваем 0, получаем 6. И вот мы теперь имеем с тобой уже число 84, 72, 66, которое никакого отношения к твоему номеру не имеет. Какой у тебя номер? Какой у меня номер? А я тебя спрашиваю, какой у тебя номер? Ну какой у меня номер? Охранник, какой номер вагона нужно отправить в Нижнюю Баварию? Сейчас, минуточку, сейчас. Какой у меня номер? Давай, спокойнее. Сейчас мы это все вычислим по месячному методу. Нет. Значит, их у нас дюжина. Январь. Да ты мне скажи номер, скажи мне номер. Я говорю... Вы заснули, что ли? Значит, забыл. Запамятовал. Спокойно. Январь, февраль. Катись ко всем чертям. Март, апрель, май, июнь. Он должен 12:50. Отдых, пожалуйста. Он не разрешил мне даже и понюхать свой гуляш. Понюхать? Я вот, Балоун, смотрю сейчас вслед уходящему поезду и думаю, что, пожалуй, теперь отправится в Нижнюю Баварию вагон с пулеметами. Но, возможно, пока он туда прибудет, пулеметы в Сталинграде будут уже не нужны, а нужны будут аккурат сеялки. А вот в Нижней Баварии... Может быть, наоборот, как раз до зарезу будут нужны пулеметы. Кто может предугадать течение событий? Тебе творец хвала, наш Гитлер над тобою, злость его метла на старую трухою. Выгреб все зало, он выкрасил наш дом, за Гиммлера хвалу, Всевышнему в бою. Тут каждый босый кол давно не видел хлеба, тут Гитлер к нам пришел, спустился прямо с неба. Когда он нас не спас, мы были пушной пыль, он накормил всех нас охапкою травы. Кто может предугадать течение событий? милый Гиммлер, мне исполнилось 49. Шар земной покорить решил не иначе. Танки, штурмовики и крепкие нервы. Вот залог нашей общей удачи. Но пока это у меня не вылетело из головы, отвечайте мне, шеф полиции, каковы чувства маленького человека, моей великой персоне? Мой фюрер, он любит вас, на вас и его упование. Европа вас любит точь-в-точь, как Германия. Маленький человек, Гестапо заботится о его и о вашем покое. Счастье, что есть учреждение такое. В допросе сообщила Бретшнайдеру то, что уже слышала раньше, что в деле со шпицем замешаны эсэсовцы. Я не назвала вашего имени, только имя вашего друга пана Швейка. Я ничего не сказала о том, будто пан Швейк с вами не знаком. Просто он хотел завести разговор. Я правильно сделала? По мне все так, все правильно. Вы недолго будете видеть меня здесь. И если я вернусь, то это будет чудом. Не говорите такой горечью, пан Балоун. Это делу не поможет. И эсэсовец, что сидит там, обязательно пригласит меня танцевать, если я буду так сидеть. Пригласите меня. Дамы и господа! Сейчас ровно 8:30. Как раз самое время сплясать нашу беседу. Так называется наш народный танец. Мы его пляшем для собственного удовольствия. Может быть, он не всем по душе, зато он очень нравится нам самим. Дирекция не щадит никаких затрат. А птица полночь ждет, а на нас гулять идет. Дули-дули, май-дули, воздухи в нас пошли. Господин шарфюрер, показания экономки. Где шпиц? Экономка утверждает, что песик находится в трактире у чаши. Гусова 7. Боевая тревога. Народные танцы в нашем трактире в моде лишь с недавних пор, но мы все их очень любим, потому что каждому завсегда-то известно, что в это время пани Копецкая слушает московское радио. Мне недолго осталось танцевать. Говорят, мы очень осторожно поступили, что пошли в парк Влтавы. Там все опасаются немецких дезертиров. Говорят, были случаи нападения. Только на мужчин. Нужно же им где-то находить гражданское платье. Теперь в парке на Стромовке каждую минуту находят немецкие мундиры. Кто лишится своего пиджака, не так-то легко достанет новый. Говорят, что бюро контроля на фабриках готового платья. Записи лошадь в платье и шляпки из бумаги, ввиду нехватки бумаги. Угу. Немцы любят заводить такие учреждения. Они появляются, как грибы после дождя. Лишь бы были должности, которые дают возможность не идти на войну. Нужно занимать население мелкими придирками. Продовольственный контроль, молочный контроль, бумажный контроль и так далее. Со мной повезло, будущее мое неотвратимо. Не понимаю, о чем вы говорите. Вы скоро узнаете о мне. Господи Иисусе! То, что я совершу, наполнит вас скорбью. Вы ничего над собой не делаете, пан Балоун. Нет, нет, я не наложу на себя руки. Я устрою нечто похуже. А вот и я! С добрым утречком! Пан Швейк! Добрый вечер! А мы все знаем! Я принес мясо на гуляш. Не надо меня благодарить. Покажи, это говядина. Прочь лапы, я не буду здесь разворачивать. Добрый вечер, девушки. И вы тоже здесь. Хотел бы я знать, что ты им снова выболтал. Только то, что мы с тобой знакомы. И что это была хитрость, будто мы не знаем друг друга. Больше я им ничего не говорил. Считай, что ты вырвал из бездны своего друга. Дай мне хоть понюхать сквозь бумагу. Что это за мясо? Откуда? С черного рынка. Ой, только бы у пани Копецкой нашелся настоящий красный перец. Возвращайтесь к своему столу. Через полчаса я вас позову на кухню. А сейчас делаем вид, как будто бы ничего не произошло. Боже мой, какое счастье. Наконец-то я могу пообедать как следует. Послушайте, что это за мясо? Пани Копецкая, вы меня удивляете. Балоун, по-моему, слишком воодушевляется. Нужно положить очень много красного перца, чтобы это имело вкус говядины. Это конина. Ладно, это не конина, это шпиц господина Войты. Пани Копецкая, я вынужден был это сделать, чтобы на ваше заведение не легло позорное пятно. Ведь один из завсегдатаев с голодухи может служить немцам. Ваша экономка права, вы действительно здесь. Где, сволочь, шпиц? А, господин Шарфер, в газетах было, что шпица украли. Вам не приходилось читать? Так, начинаешь мне дерзить. Никоим образом, господин Шарфер. Просто я хотел обратить ваше внимание, что нужно повнимательнее читать газеты. А то при поспешном перелистывании можно пропустить нечто важное. Не понимаю вообще, почему я с тобой вожусь. С моей стороны, это просто какое-то извращение. Ну да, конечно, еще потому, что вы хотите получить песика. Ты признаешь, что посылал мне письмо, в котором требовал, чтобы я заплатил тебе 200 крон за шпица? Ваше высокоблагородие. Господин Шефер, не только признаю, но и подтверждаю, что я хотел получить 200 крон. Потому что если бы шпица-то не украли, я бы имел большие издержки. Да, но вот на эту тему мы с тобой еще побеседуем в Гестапо. Обыскать трактир нет ли где шпица? Господин Шерфюрер, обыскали весь дом, собаки нет. Так, вот значит, что такой ваш невинный трактир – это отчаянное осиное гнездо подрывной деятельности. Ну, так я его выжгу. Конечно, господин Шерфюрер, Хайн Гитлер, а то мы можем распоясаться и начать дерзить и нарушать предписание. Пани Копецкая, сколько раз я вам говорил, что вы должны обращаться с посетителями так, чтобы было все ясно-ясно, как вода в прозрачном пруду. Или как у нас был капеллан Вейба, когда говорили... Ни слова больше, сволочь, не больше, ни слова. Я, наверное, все-таки возьму тебя с собой, а вашу пивную я прикрою, пани Копецкая. Господин Шарфюрер, позвольте мне сказать вам пару слов с глазу на глаз. Я не понимаю, на какую тему я вообще могу с вами разговаривать. Вы отлично знаете, какого я о вас мнения. Господин Бретшнайдер, я хочу вам напомнить, может быть, вы забыли, господин Шарфюрер считает, что вы вонючка. Молчать! Стоп! Что же здесь такое? Господин Шарфюрер, пакет! Мясо! Мясо, 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 мясо! Владелец, 2 шага вперед! Он мне не принадлежит, мне его подбросили. Ах, он вам не принадлежит, вот как, по всей вероятности... Это ничье мясо, да? В таком случае, почему вы его развернули? Сейчас, господин Шарфюрер, сейчас все объясню. Понимаете, в чем дело? Давайте логично будем мыслить. Если бы этот пакет принадлежал вот этому болвану, то он бы не стал бы разворачивать, он бы наверняка бы знал, что в пакете мясо. А раз он полез разворачивать, это и доказывает, что он никакого отношения к пакету не имеет. Понимаете как? Откуда ты его получил? Понятия не имею. Этот трактир, видимо, является филиалом черного рынка. За хозяйку вы готовы были дать руку на отсечение, если я не ошибаюсь. Не так ли, господин Бретшнайдер? Господа, трактир у чаши не является филиалом черного рынка. Ах, не является? Ну так я вам покажу, вы неблагодарная свинья. смеете бить меня? Так, вы смеете мне противоречить. Осмелюсь доложить, господин шарфюрер, пакет этот не принадлежит никому из здешних посетителей. Я это точно знаю, потому что я сам положил его тут. Ах, это ты? Ну да, я сейчас вам расскажу, как было дело. Я стою, господин шарфюрер, вдруг подходит ко мне человек и говорит, подержите, пожалуйста, пакет, а я схожу в отхожее место. Ну, ему захотелось. Ну, я стою, жду, его нет, господин шарфюрер. Теперь даю его приметы. Среднего роста, но борода у него белокурая. Ты что? Слабоумный? Осмелюсь доложить именно так, как я вам уже неоднократно доказывал. Соответствующая комиссия официально признала меня идиотом, в связи с чем я был освобожден от отбывания добровольных работ в помощь немецкой армии. А для торговли из-под полы ты достаточно умен, да? Ну, ты еще поймешь у нас в Гестапо, что тебе ничегошеньки не поможет, даже если бы у тебя было 100 таких свидетелей. Осмелюсь доложить, господин шарфюрер, это я прекрасно понимаю, что мне ничего не поможет. Вся беда в том, что я с малолетства попадаю в такие истории, хотя у меня при этом и в мыслях нет ничего дурного, а наоборот, мне очень хочется сделать все то, что от меня требует. Вот у нас в Будейовицах как-то жена школьного надзирателя мне говорит, Швейк, говорит, давай, помоги, говорит, мне развесить белье в школьном дворе. Ну, я стал ей помогать. Идемте сейчас с вами выйдем в сени. Идемте. Да, нет, или не надо, я вам тут расскажу, что из этого вышло. Господин шарфюрер, я попал в контрабандную торговлю, как курващи. Или как Понтий Пилат в Евангелии. Да, вот я не понимаю, почему я все время тебя слушаю. И прежде слушал, и теперь слушал. Вероятно, это только потому, что я в жизни не видел такого преступника и смотрю на него как загипнотизированный. Это точно вы, абсолютно точно анализируете, господин шофер. Или это, значит, вот примерно так, как вот если бы вы увидели бы льва в Карловом переулке, где они обычно не водятся. Или как у нас в Затиборье. Один почтальон застал свою супругу с дворником. И тут же, естественно, как вы сами понимаете, он ее заколол. Но так как он был человек честный, он тут же пошел в полицейский участок, чтобы донести на себя. Ну да, а там у него спросили, они у него спросили, сволочь, говорят, что ты, говорит, сделал сразу после преступления? Он им и говорит, я, говорит, вышел из дома и на углу увидел, значит, человека в голом виде. Понимаете? Ну, они подумали, что он, естественно... Да? И отпустили его. Но дело в том, что через 2 месяца выяснилось, что именно в этот момент из тамошнего сумасшедшего дома бежал один псих. И так и разгуливал в голом виде по городу. А следовательно, почтальон-то говорил чистую правду, а они ему не поверили. Я ведь тебя все время слушаю, никак не могу от тебя оторваться. И я знаю, что у вас на уме. Вы думаете, что Третья империя просуществует годик или 10 годиков, а на самом деле мы будем держаться 10 тысяч лет. 10 тысяч лет! Ну, это уж слишком, как сказал один пономарь, когда женился на трактирщице, она на ночь вынула изо рта зубы и положила в стакан с водой. Хватит, 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 сейчас ты отправишься со мной. Осмелюсь доложить, господин шофер, это совершенно правильно. Во всем должен быть порядок. Торговля из-под полы – это сущее безобразие, но она не прекратится, пока все продукты не исчезнут. Как только исчезнут все продукты, так прекратится торговля из-под полы. Что вы скажете? Я не прав, господин шофер? Прав, да, ну да. Вот. А вот собачку мы все-таки найдем. А все-таки собачку мы найдем. Господин шофер, вот это хорошо, что вы остановились. Вы знаете, я имею возможность сказать вам, что я надеюсь, что вы не разочаруетесь в песике. А то, знаете, бывают клиенты, хотят получить песика, получат, разочаровываются. Понимаете? Госпожа Копецкая, вы стали жертвой отдельных конфликтов между отдельными органами Гестапо и СС. Больше я ничего не скажу. Но вы под моей защитой. Я скоро вернусь, мы с глазу на глаз обсудим создавшееся положение. Никто не хочет пива. Они даже не позволили ему попрощаться с нами. Живым он от них уже не уйдет. Пани Копецкая, я видел, как эсэсовцы уезжали отсюда. Пан Прохазка, вам нечего делать в моем трактире. Здесь бывают только истинные чехи. Поверьте мне, паня Анна, за это время я много передумал, много пострадал. Неужели я не могу надеяться на то, что совершу для вас какое-нибудь полезное и доброе дело? Они ведь тоже очень нервничают, эти эсэсовцы. А знаете почему? А все потому, что у них на Востоке дело дрянь. Тот, кого они увели, это был ваш приятель? Я во всем виноват. Все из-за моей прозорливости. Сколько раз я умолял Деву Марию, чтобы она мне дала силу. И хоть как-нибудь сократила мой желудок, что... Но ничего не помогает, ничего. Лучшего своего друга я втянул в такое дело, что, может быть, его нынче ночью расстреляют. А если нет, то это его счастье, его на рассвете пустят в расход. Пейте, слезами горю не поможешь. Господь Бог воздаст за все вас. Я разлучил с вашим обожателем. Лучше вы себе не найдете, но и он был слабый человек. Если бы я мог дать клятву, которую мне просили, все бы выглядело далеко не так отчаянно. Если бы я мог дать клятву. Но могу ли я ее дать сейчас? Натощак. Великий Бог, что с нами будет? Я вам сейчас скажу, что с нами будет. Течет наша Влтава, мосты омывает. Лежат три монарха в червивых гробах. Порою величие непрочным бывает, а малая малость растет на глазах. Фюрер Гитлер, ведем мы войну на Востоке, где наши потери в танках, пушках и самолетах весьма жестоки. А людские потери был я всегда правдолюбцем сугубым. Солдаты прозвали меня душегубом. Играем ва-банк мы, признаться надо, и все же не можем взять Сталинграда. Господин генерал фон Бок, неужели вам невдомек? Немцам я обещал, что возьму Сталинград и победу, и в дар принесу. Господин Гитлер, зима на носу. Эти восточные области — настоящее царство мороза. Промедление смерти подобно, в нем таится угроза. Господин генерал фон Бок, неужели вам невдомек? Я телами народов Европы заткну всех проломов следы. Маленький человек вывезет меня из беды. Господин фон Бок, вам в опасности оставлять меня неприлично. О резервах? Позабочусь я самолично. Ты должен командиром для их больших затей, без сильной сильной мира, без маленьких людей. Тебя за зарежут, что же, зеленок счастлив будь, что пригодиться можешь и ты на что-нибудь. Не требуй же оплаты за сей почетный труд, но мол ты виновата, о господин, я тут. И он учтиво тебя сведет тогда и скажет торопливо, мой друг, ложись сюда. Ух, как вошли мы в Яромир, были мы простужены. Ух, как вошли мы в Яромир, были мы простужены. Тем не менее, как раз я связался со своим адвокатом и получил очень успокоительные сведения. Они не могут заткнуть нас в легион добровольцев, если мы только сами этого не захотим. Это противозаконное мероприятие. А что же вы так согнулись, если вам не угрожает военная служба? Так, на всякий случай. Они не посмеют, ведь мы инвалиды. Они и так знают, что их не больно-то любят. В Амстердаме идет, говорят, один немецкий офицер в 11 часу ночи и спрашивает он, значит, у одного голландца, который час. А тот смотрит на него мрачно и отвечает: мои стоят. Офицер загрустил и пошел дальше, остановил другого. А тот сразу и говорит, не дожидаясь вопроса, что он оставил свои часы дома. Этот офицер, говорит, потом застрелился. Просто не выдержал презрения. А вы за что сюда угодили? Я за торговлю из-под полы. Меня могли расстрелять, как это вообще обычно бывает. Но дело в том, что эсэсовцам я понадобился как свидетель против гестаповцев. Короче говоря, я имел большую выгоду от вражды между великими господами. Вот оно как. Они обратили, значит, свое внимание, что моя фамилия Швейк. Понимаете, через «е». А не Швайк. Через «а». Вот если бы это было так, я был бы Швайк, я был бы немецкого происхождения, они меня бы обязательно куда-нибудь бы приспособили. Они забирают в армию и из тюрьмы, и даже инвалидов. Я знаю одного трубочиста в Бремнове. Так он вам за 10 крон устроит такую лихорадку, что вы примехонько выпрыгните в окошко. Это пустяки. Вот в Варшовицах есть одна повивальная бабка. Так она вам за 20 крон устроит такой вывих, что вы до скончания дней своих калекой останетесь. Мне устроили вывих за 5 крон. У меня самая доподлинная ущемленная грыжа. Вот положат вас на операцию в госпиталь, в тюрьму, панкрат. И что вы тогда запоете? Ой, 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 ой. Стоп, стоп, стоп. Ребят, сейчас у меня создается такое впечатление, что вы вовсе и не хотите идти на войну, которая ведется в защиту цивилизации от большевизма. Тут у нас речь зашла о большевизме. Я говорю, о большевизме сейчас здесь беседуем. А вы знаете, что такое большевизм? Это союзник Уолл-стрита. Но ничего они нам с вами сделать не смогут. Вы знаете, что совершил канонир Ябурек из Перемышля еще в Первую мировую войну, когда мы с царем воевали? У нас в 91-м полку был писарь Юлик. Вот он про него сочинил стихи. Хотите, почитаю? Значит, такие стихи. Он в расчете был второй и сражался как герой. Он в расчете, хотя был, в общем, второй, но сражался как герой. Такое дело было. 3 снаряда прилетело, руки вырвало из тела. Но герой стоять остался, потому что он по-геройски сражался. Я верно говорю, а? Заткни глотку. Развлекаться здесь не положено. По-моему, вы шпик. Да что вы, никогда. Я просто внимательно и часто слушаю немецкое радио. И вам советую это делать почаще. Это очень мило и поучительно. Стыд и срам, а вовсе не очень мило. И не говорите, не говорите, мой дорогой. Это великое искусство. А вот сейчас я пойду и позвоню, чтобы они там поторапливались со своей войной. Потому что у меня время, между прочим, тоже не краденое. Не позвоните. Почему это я не позвоню? Потому что время и так быстро идет. Вот именно. А вас за что замели? За то, что у меня украли собаку. Не шпица ли? А вы откуда знаете? Бьюсь об заклад, что ваша фамилия Войта. Не так ли? Я очень рад, что встретил вас здесь. Я Швейк. Впрочем, я понимаю, что это имя вам ничего не говорит, но вы можете пожать мою руку, потому что раз вы здесь сидите, значит, вы уже не друг немцев, не так ли? По показаниям моей служанки, я обвинял эсэсовцев в том, что это они украли у меня собаку. Этого достаточно? Более чем достаточно. Что там стряслось? Вам что-нибудь видно? У ворот целая куча народа. Как видно, батальон уходит. Это Хорст Вессель, фашистский марш. Ну и какая отвратительная музыка. А я нахожу ее очень красивой, ведь она такая печальная и к тому же с шиком. Скоро мы будем слышать ее еще чаще. Они поют Хорст Вессель где только могут. Этот фашистский марш сочинил один из их прихвостней. Хотел бы я знать, что означают слова. А я могу вам его перевести. Под знаменем сплоченными рядами штурмовики идут по мостовой. Погибшие друзья уже не маршируют с нами, но с нами вместе дух их боевой. Я знаю другой текст. Так мы пели Хорст Вессель у нас в трактире у чаши. Текст такой. Тёлки под барабан шествуют с дуру, лопнут, натянут их грешную шкуру. Зовет мясник с закрытыми глазами скотина, прет по крепкой мостовой. Погибшие скоты уже не маршируют с нами, навозный дух их с нами, как живой. Как хорошо, что вы так весело ржете. Я думаю, что вам будет приятно узнать, что командование считает вас всех достаточно здоровыми для того, чтобы взять вас всех в германскую армию. Вот мы вас всех и возьмем немедленно. На подготовку к маршу 10 минут. Как? Без медицинского свидетельствования? Если без медицинского нельзя. Это же противозаконно! Мне раньше лук, я не могу доказать. Они рассуют нас в разные воинские части, чтобы мы не были вместе, не подложили им свинью. Ну, прощайте, господин Войта. Меня очень обрадовала наша встреча здесь. И до свидания в 6 часов вечера после войны в трактире у чаши. Ну, Хайтлер, вперед, на Москву! Тёлки под музыку шествуют в дуру, а лопнут, натянут и грешную шкуру. Встаёт мясник с закрытыми глазами, скотина прёт на ветви мостовой. Погибшие скоты уже не с нами, на воздуху и с нами маршевой. Тёлки под музыку шествуют в дуру, а лопнут, натянут и грешную шкуру. Как вошли мы в Яромыр, были мы простужены. Тем не менее, как раз мы попали к ужину. Как вошли мы в Яромыр, были мы простужены. Тем не менее, как раз мы попали... Стой. К ужину. Пароль. Окончательная победа. Не скажете ли вы, браточки, как мне дойти до Сталинграда? Я по несчастной случайности отбился от своей маршевой роты, и вот уже шагаю целый день. Ты откуда родом? Я из Будейовец. А, так значит, ты чех. Слыхал я, браточки, там на передке дела идут, неважно, а? А что ты там потерял, если ты чех? А черта лысого я там потерял. Я пришел на подмогу и защищаю цивилизацию от большевизма, так же, как и вы. А иначе получишь пулю в лоб. Не правда ли, браточки? Может, ты дезертир? Да что вы! Ну, никогда! Что вы! Иначе вы тут же бы пустили меня в расход за то, что я нарушил присягу и не помер за фюрера. Хайль Гитлер! Значит, ты изубежден? Да. Я, знаешь, такой же убежденный, как Тонда из «Высочан», который стал служкой при церкви. Он только не знал, какая это церковь, католическая или протестантская. Но так как он увидел господина священника в подтяжках с некой особой женского пола на коленях, то он решил, что церковь протестантская. И он ошибся. Ошибся. А зачем тебе обязательно понадобится Сталинград? Ты. Ну как же вы не поймете, браточки, что там находится моя ротная канцелярия. Мне там должны поставить штамп о том, что я явился, доложил все честь честью, а иначе мои документы просто-напросто дерьмо, и я не смогу с ними показаться в Праге. Хайль Гитлер! А если мы тебе скажем, плевать мы хотели на Гитлера, что мы хотим перебежать к русским и тебя захватить с собой, потому что ты знаешь русский язык. Чешский похож на русский? Чешский чрезвычайно похож на русский, браточки, но я, пожалуй, откажусь. Видите ли, я еще не осмотрелся здесь. Лучше скажите мне, как все-таки дойти до Сталинграда, а? Это потому, что ты нам не доверяешь, поэтому... Мне бы хотелось считать вас бравыми солдатами, а вот если бы вы были, ребята, дезертирами, знаете, что вам нужно было сделать? Надо обязательно взять что-нибудь для русских, ну что-нибудь, что такое было бы им приятно, понимаете, пулемет или винтовку, но когда пойдете, поднимите эту штуку повыше, чтобы русские увидели и не сразу стали стрелять. Вот как это делается, как я слыхал. Ты считаешь, что это они поймут? Даже если это не по-русски, все ясно, ты изосторожен. Ты решил выяснить, где будет твоя могила в Сталинграде. Так иди вот по этому направлению. А если тебя кто-нибудь спросит, мы военный патруль и проверили всю твою подноготную. Так и заруби себе на носу. Ты, парень, дал нам хороший совет. Да будет так и с добрым утречком. Солдата жена из дальней российской земли. Что получила солдата жена из дальней российской земли? Пришло из России к ней вдовья война, к ней траур пришел и пришла к ней печаль. Вот что получила солдата жена из дальней российской земли. Итак, я клянусь вам без всяких задних мыслей и на пустой желудок, так как все попытки достать Заркоя провалились, клянусь, так и не получив приличного обеда, клянусь Девой Марией и всеми святыми, что я никогда... никогда не вступлю в нацистскую армию. Да поможет мне в этом всемогущий Бог. делают я в память о моем друге, пане Швейке. Швейке, который сейчас шагает по ледяным просторам России, верный своему долгу, и потому что тут ничего не попишешь. Он был бравый мужчина. Теперь вы можете встать. И свадьба может состояться, как только придут бумаги из противного. Жаль, что у вас так плохо вышло. Ведь он был такой добрый человек. Пани Копецкая, получше хранить его шляпу. Я уверена, что после войны он снова зайдет за ним. К такому мясу очень подойдут бобы. Думал я уйти отсюда при ногах и голове. Думал, что служить я буду так, недельку или две. Гориллы хвала Всевышнему. Стой! Я куратмат из Розенберга. Нет ли у вас случайно при себе вишневки? Ваше высокоблагородие, чего нет, того нет. Это меня поражает. Ты думаешь, что она нужна мне для того, чтобы напиться вдрызг? Ты, рвай, вот как ты думаешь о своем отце духовном. Нет, нет. Она нужна мне для моей автомашины. Там, понимаешь, автомашина с пулевым алтарем застрял. Они там, сволочи, в Ростове бензин экономят. Прорвят урвать лишнюю каплю бензина у Господа Бога. Но это им влетит в копеечку, когда Господь Бог призовет их к своему престолу и спросит их громовым голосом. Вы поцеловали мой престол, но куда же сразу переливался бензин? Не могу знать, господин физкурат, а вы не знаете случайно, как дойти до Сталинграда? Никому меня не жалко. Никому меня не жалко. Дева Мария, пожалела вас своего фигурата Маши из Розенберга. Они там сволочи в Ростове бензин экономят. Еще посмотрим, как они обойдутся без господного слова Божьего. Смогут ли они выбраться из этой битвы? Я продал веру свою за приличный оклад. А они бензин экономят. И вот гляди, куда это все меня завело. Куда меня завезло? В российские степи, господин фельдкурат. И я советую вам сходить со мной в Сталинград и там постараться хорошенечко выспаться, чтобы хмель слетел. Но только при этом вам нужно будет идти ножками. Да, потому что я очень спешу, господин фельдкурат, спешу догонять свой маршевый батальон. Спешу на выручку Гитлеру, чтобы его черти забрали. Не могу же я бросить здесь свой алтарь, иначе он станет добычей русских большевиков, что тогда, ведь они же безбожники. Слушай, что? Там впереди я видел хотенку, там дыма трубит. Нет, труба дымелась. Надо выяснить, нет ли у них лодки. Стукну их разочек по башке, если есть, и баста. Ты германский христианин? Обыкновенный. Только не блюйте, пожалуйста, господин фельдкурат. Хорошо. Я чертовски замерз. То есть задам же я им там жару расстроил. Прежде всего, вам надо там оказаться. У меня нет в этом особой уверенности. Слушай, как тебя там, собственно, называть? Они смеются мне прямо в лицо, мне, служителю Господню, когда я грожу им мухами ада. Я объясняю только тем, что у них создалось впечатление, что они уже в преисподней. От религии остались жалкие клочья. И Гитлер этому виной. Только никому об этом ни слова. Никому об этом. Ни слова. Гитлер тоже большая сволочь. Это я тебе говорю. Понял? Потому что ты в дребезину пьян. Правильно. Гитлер всему обязан тем, кто ему в Мюнхене презентовал Чехословакию ради мира для нашего поколения. Ну, сволочь, теперь ты видишь, какой это оказался молниеносный мир? Значит, тебе не нравится война, которую мы идем против русских безбожников, Тирман? Ты знаешь, что я за это прикажу тебя расстрелять в Ростове. Да замолчи ты, сам ты рвань. Я тебе последний раз говорю, если сейчас не пойдешь ножками, клянусь, замерзнешь и околеешь здесь, болван. Ну. Я знаю. Ты говоришь про себя, пусть они поцелуют меня в задницу с их войной. Я тебя насквозь вижу. Так точно, господин фельдкурат, пусть поцелуют меня в задницу с этой войной. Я, господин фельдкурат, спешу в Сталинград, потому что таков приказ. И еще потому, что понимаю, что мы с вами, как единственные путешественники в российских степях, можем здесь попросту околеть. С добрым утречком, господин фельдкурат. Война своих двоих действует на меня удручающе. Я знаю, что у вас на уме. Вы думаете, что Третья империя продержится годик или 10 годиков, а мы на самом деле будем держаться 10 000 лет! 10 000 лет! Он не должен ложиться, в то время, когда вам так тепло и уютно, ваши ближние собираются замерзнуть насмерть. Вот оно как бывает. Чуть было не загнулся. Но теперь все. Вперед на Сталинград. Думал я уйти отсюда при ногах и голове. Думал, что служить я буду так недельку или две. В один прекрасный день начальники нам приказали Сербию, Грецию и Россию для них мы завоевали. Россию, Сербию, Грецию без спроса мы влетели. 2 года там войну видал, едва не околели. Господи, помилуй нас. Дай нам вернуться домой. Один прекрасный день прикажут нам не застревать на полдороге, вынимать морское дно и волны кратеров отроги. Так уже нам тяжело сражаться здесь, тебя краси. Силен противник, служа злам, про путь домой мы не спросили. Помесь овчарки с мопсом, с некоторой примесью дога. Ну ничего, я назову тебя Аяксом. Иди сюда. Иди сюда. Ну, Аякс, не дрожи ты так, я этого не люблю. Мы идем с тобой в наступление. Там ты встретишь других псов, там их великое множество. Но вот что, Аякс, я хочу дать тебе один совет. Если ты хочешь выжить, держись в одной куче с другими. Эх, Аякс, Аякс, ты еще сможешь пригодиться, потому что пройдет время, и снова появятся люди, которым будут нужны песики. И снова будут подделываться родословные, потому что любителям нужны песики чистой расы. Чистой расы — это чушь, но им так хочется. С добрым утречком. Среди этой бурь. Простите, к сожалению, не узнаю. Я никто иной, как твой славный фюрер. Святой Санкт-Йозеф. Вольно. Ты кто? Я Швейк из Будейовца. Будейовец из района Влтавской излучины. Меня пригнали к вам на помощь, потому что вы в битве Сталинградской измучены. Но вот беда, где находится этот Сталинград? Я и сам бы сказать тебе рад. Но от большевиков мне достались в наследство разрушенные транспортные средства. На карте линия от Ростова до Сталинграда, короче, мизинец. Но вот досада. Зима в этом году началась рановато, да и расстояние длинновато. Не 5 ноября зима началась, а 3. Второй уж год. Здесь морозно и ветрено. Зима норовит на нас все запасы снега вытрясти. В этом я вижу пример большевистской военной хитрости. Господин Швейк, в случае гибели Третьей Империи природа виной. Условия-то нелегки. Я вам охотно верю. Виноваты зима и большевики. История учит. Всякий гнет свою линию. Либо Запад, либо Восток. Вот что. Давайте разъясните-ка мне это по пути. Замерзнем, если не будем идти. Прекрасно. Вперед. Попробуем-ка на север двинуться ходко. Там снега навалило до подбородка. Тогда на юг. А там британцы, тю-тю и каю. Тогда на восток. Единый миг. А на востоке стоит большевик. Факт. Не пойти ли домой вам? Вот осмысленный шаг. Стезя на восток, на запад, стезя на юг, на север, стезя. Нет дороги тебе, ни назад, ни вперед. Ты банкрот в небесах и в аду банкрот. Веет ветер с востока, тебе скинуть веля. Под ногами твоими горит земля. Нет, не стоит стрелять тебя, клятого гада. Утопить тебя в пакостном нужнике надо. добрым утречком.